Всем привет! У нас есть новиночки в рубашечной фланели. Красивые и теплые варианты приехали, как раз то, что нужно на весну. Можно носить фланелевую рубашечку и с джинсами, и с брюками, и с платьем. Сейчас очень популярны такие стили. Давайте рассмотрим, что же к нам приехало, чтобы вам было проще потом выбрать. Начнем с новых вариантов, более теплых. Это вот эти две расцветки. Рубашечная фланель имеет такой довольно плотный начесик с лицевой стороны. Приятный, мягенький. Изнанка здесь более гладкая и контрастная. Совершенно не тянется полотно ни в одном направлении. Вот такая рубашка будет довольно плотная и теплая по сравнению с теми вариантами, которые дальше я вам покажу. Очень красивая клетка, подойдет как для мужчин, так и для женщин, а также для домашнего декора. Если вдруг вы ищете покрывало на кресло или на кровать, то рассмотрите, это тоже вариант, вполне применим. Тут единственное, что ширина 150, поэтому просто вам надо немножко рассчитать расход правильно. И следующий такой же вариант с более плотным ворсом с лицевой стороны, вот такая расцветка. Красота. Есть разные пуговки в нашем магазине, сможем подобрать вам в тон ткани. Остальные расцветочки, они уже повторяют идущее поступление, варианты менее плотные. Из новых расцветок вот такие вот бежевые приехали. Здесь не сильно плотный ворс с лицевой стороны, изнанка тоже вот такая. Не тянется совершенно, практически не мнется. Она более пластичная, более летящая, но тоже прекрасно будет на рубашку. Также платье фланелевое, кстати, вот тоже очень красивое получится. Следующая расцветочка. Из новинок вот такая бирюзовая клеточка. Ссылочку на эту фланель оставлю в описании под видео. Заходите, сразу переходите на сайт. Сможете посмотреть там в картинках, выбрать себе и заказать. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будем рады, если вам данный обзор будет полезен.